Как так, Алекс? Ты что, монстр? Я тебя убил? А что там ходят? Сколько тебе? Мне? Да, тебе. Ему 15, пацаны. Он пиздит. О, блядь. Скажите мне спасибо, я убил Почту России. Блядь. Надо тебе хуй в лицо засунуть. Знаешь, раз ты такой умный, блядь. Засунь пальцы в очко, пожалуйста. И, кстати, чувак, что такое непреодолимо, блядь? Непреодолимо с дырками к чему-то засунуть, блядь, в эту дырку. Ну чё ты? Ой, блядь. Тема, пошли с этого сервера. Моя убила. Так, все понятно, Эмма Джексон, девушка моя, нахуй, пошли, не убивай. Где понятно? Твоя девушка? Твоя девушка играет? Да. Прикинь. Где? Ебать. Я в жопе. По твоей милости. Чуваки, у кого жопка? У кого жопка и очко? Что это значит? Мне кажется, у вас жопка. У кого очко широкое? Слишком здоровая Виба. Пердива. Походу Алекса. У него такой голос просто. Да знаешь, у него такое ощущение, как будто бы, блядь, слон на лицо наступил. Будто его взяли гланды, прижали ногой. Да не гланды там, знаешь, не только гланды, блядь, там нижние гланды. Которые отвечают за бас. Вот у меня, знаешь, почему вот у меня сейчас бас? Шутка. Ебать ебут! О, пиздец. Сорян, пожалуйста, не обижу. Теперь я тебя все терплю. Хорошо. Ебать, куда я запрыгнул, прикинь? Девушку твою убью. Изи, ха-ха. Я вообще зарежу. Тихо. Да, есть! Потому что я читер. Давайте кикнем Пеку. Пеку кикнем. Меня? Да, пацаны, давайте меня кикнем. Я читер, ёба. Кто, блядь, его кикнет, я того сама кикну. О, Эмма. Понятно, вам пизда. Не плачь, не плачь. Яркая вспышка. Так упала. Что за то? Пиздец, меня убил Китай. У меня разлетела хлебала. Давненько я так не чихала. Блять. Чё-то нищий, ёба. Понятно, нахуй? Ебать. Зачем меня убил? Когда у него безрядка была. Он меня убил. Как тебе надо, сука? Почту России, пошли нахуй. Я ничего не видел. На твоей. На твоей.
Ну давай, давай пошути давай. Про батю. Я не верю. Во что, ты не веришь? Ты не веришь в Бог? Как не верю. Ебала. Это ты. Я не девка. А ты пидор горничего. Это больше не будут тебе раскаленную кочергу в жопу пихать, да ты орел. Меня твоя девка. Дай перезануть, дай перезануть. Перезаните этого арика, блядь. Вот, слышь ты вот, который с ножом, блядь, какой-то ебень. Сука, надо было Алекса зарезать, ну похуй. Ладно, пока, пацаны.